Всем привет! Снова сегодня с вами Макс, и мы продолжаем разговаривать про самолет SNJ-4. Это версия для флота самолета North American Texan T-6. И конкретно данный самолет принадлежит некоммерческой организации Фонд содействия сохранению военно-исторического наследия и создания коллекции исторических самолетов «Крылатая память Победы». Почему фонду интересен этот самолет? Ну, во-первых, он относится к тому же временному периоду, периоду Великой Отечественной войны. Данный конкретный самолет был произведен 20 января 43 года. Ну, также по одним данным 80, по другим данным 200 самолетов T-6 поставлялись в СССР по ленд-лизу. Но прежде всего это тренировочный самолет, предназначен для подготовки летного состава. Были версии, оснащенные двумя пулеметами, так как мы видим, например, на данном самолете. Один находился на фюзеляже, так скажем, поверх капота, стрелял поверх капота, и другой находился в корневой части крыла, правого крыла. Интересно также, что у данного самолета задняя кабина могла использоваться как в стандартном варианте для размещения летчика-инструктора при выполнении тренировочных полетов. И также задняя кабина имеет кресло, которое можно развернуть на 180 лицом к хвосту, и козырек остекления задней, остекление фонаря поднимается, и при этом в заднюю полусферу мог, не знаю уж, как ставили пулемет или нет, но, в общем, для тренировки полетов стрелка. Сделали ли они при этом какие-то стрельбы или нет, этого я не знаю. Вот. И в том числе поэтому для фонда «Крылатая память Победы» был интересен этот самолет, потому что это является такой платформой для авиафотографии. Очень хорошо и интересно получать какие-то кадры машин, летающих машин фонда, например, такие как Ил-2 или МиГ-3. В полете, и это очень сложно сделать, если только у вас нет какой-то дорогущей такой подвески головы за 500 000 евро, которую можно подвесить под вертолет или другой самолет, да, стабилизированную, и получить с нее такие потрясающие снимки. То есть, если такой возможности нет, нет такого оборудования, то самый простой способ — это иметь возможность фотографировать при этом не сквозь плекс, который дает искажение и дает отражение, и тоже нарушает контрастность, да, снимка, а позволяет просто в чистую с воздуха фотографировать другие самолеты. Сегодня я хотел бы поговорить о летных характеристиках данного аэроплана. Понятно, что раз самолет является тренером, и он должен иметь, значит, соответствующие характеристики, то есть он должен позволять выполнять многие маневры и в то же время быть достаточно безопасным, чтобы, ну, не было каких-то происшествий или катастроф во время подготовки летного состава. Тем не менее, перед началом регулярной эксплуатации нужно было поближе познакомиться с самолетом, посмотреть, как он себя ведет, прежде всего узнать скорости сваливания фактически, да, потому что часть мануалов или инструкции, она написана на указателях, для указателя скорости в милях, да, на данном самолете указатель скорости установлен в узлах. То есть познакомиться со скоростями срыва, как ведет себя самолет на сваливании, ну и какие-то другие параметры, которые могли бы быть интересны при выполнении показательных, может быть, полетов на данном самолете. Так, значит, микс полностью вперед. Пич полностью вперед, бак резерв, риц за контуром. Поедем, потихоньку. Полета было установлено, что самолет на чистом крыле, без обдува от винта, то есть с режимом работы двигателя малый газ, имеет скорость сваливания в районе 55 узлов, и сваливание наступает мягко с небольшим появлением крена, как правило, вправо самолет пытается свалиться, если немножечко создать скольжение влево левой ногой, то самолет сваливается влево. Давай сейчас я тогда, пока выпускаем на шасси. Давай, так, хочу, да, это, левее свести все это вот деревья. Ага. Я как раз разворачиваюсь. Я шасси выше, давление все еще есть. Я ставлю за щитки на выпуск.
Да, полностью. Здесь мы, соответственно, ожидаем увидеть более резкое сваливание на крыло. Но, естественно, будем парировать более резкой отдачи ручки от себя. Ага, смотри, на газу может тоже нарезать быть. Смотри, вот мы с тобой 40 углов делаем, у меня прибор лежит на газу. У меня тоже. Это в горизонте мы сейчас шли. Собираю. Просто, да, вот более энергично дропнулся, да, на тряска зато есть. Но тряска есть, да, то есть такая предупредительная. Сейчас... Потому что на многих тряска при выпуске проходит. Знаешь, сейчас мы попробую я его вот на этой скорости сбалансировать, посмотреть, сколько ему вообще наддува надо. Ну, в общем-то, не так, чтобы... А, чем больше... Да, больше, чем больше газа, он еще и... Смотришь, он становится неустойчивый такой, да? На аэрдивозе. А, ну понятно, давай так. Ставлю на уборку, все. Давай. По очереди, чтобы гидросистема хватала. Щитки ушли. Больше трассы пошли. Говоря, честно говоря, он сразу повис на почему-то, значит, при выпуске, при уборке шасси почему-то наоборот повис на ручке. Так что может такое ощущение возникло? Мне кажется, вот из-за больших ниш под шасси вот эта вот аэродинамика сильно портится. Да, вот это вот я тоже сделал предположение, тогда вот, короче, первый раз мы летали. Так, хорошо, давай тогда, штопор тогда сейчас наберем. Давай. 1200. Штопор вправо, один виток. Срабатывает так. Вправо. О, кстати говоря, очень похож. Да? Очень похож на 52-й, да? Да, похож. Влево один виток тоже. Ага. Захотел вправо. Не буду его мучить, если он не хочет влево. Прям сопротивляется. То есть надо больше держать на этом. Приводим левый штопор без газа, то есть без обдува потоком от винта, приводит к тому, что самолет сопротивляется, нос опускается, скорость нарастает и авторотация прекращается. А вертикальные маневры, типа там петелька, три четверти. При выполнении вертикальных маневров особенное внимание нужно уделять перегрузке. Дело в том, что ограничение по перегрузке на данном самолете это плюс 5,67. И самое интересное, что акселерометра не установлено в кабине. Поэтому перегрузку приходится оценивать по ощущениям, ну и, соответственно, держаться на заниженной стороне, на всякий случай, чтобы не провести какие-то ограничения. Вот по моему мнению, перегрузка составляла 3,7 до 4,5, а другой пилот, который летал со мной, Роман Николаевич Седых, между прочим, испытатель, еще один пилот, который летает на этом самолете, ему показалось, что перегрузку мы делали в районе 3,7. Я склонен верить Роме, потому что я сейчас мало летаю на пилотаж, поэтому в любом случае, даже по усредненным значениям того, что нам показалось, мы не превышали и даже близко не подходили к эксплуатационным ограничениям по перегрузке. Ну и здесь на 3/4 я не поддерживал нос самолета, позволил ему опускаться, чтобы не создавать невесомости или отрицательной перегрузки. После этого было запланировано поделать вертикали. Ну, вот первые планировали сделать поворот на вертикали. Когда первый раз делаешь вертикаль на незнакомом самолете, лучше посмотреть на два крыла, чтобы посмотреть, что нету оси. Ага. Какие-то монетки полетели. Ага. Ну и получилось так, что я переводил взгляд с одного крыла на другое, потом вернул и слегка допустил уход самолета на спину, так называемый минус. Буквально чуть-чуть, и этого хватило для создания невесомости. И двигатель, собственно, перестал работать, потому что перестало поступать топливо в двигатель. А после того, как, естественно, поворот толком не пошел, да, самолет упал, и под действием передней центровки самолет опустил нос, начал разгоняться, я создал положительную перегрузку, топливо снова пошло в двигатель. Двигатель снова зажужжал. Вот, собственно, стало ясно, что точно нельзя допускать отрицательные перегрузки, заметные по времени или длительной невесомости. И было принято решение попробовать короткие вертикали. Но поскольку у нас несущий профиль, значит, вертикаль можно выполнять, по сути, на отрицательных углах атаки. То есть траектория самолета будет
движение самолета будет вертикально вверх, но при этом нос как бы будет находиться чуть-чуть в плюсе. И как бы попробовать с этой вертикали выполнять выходы на себя. Из криволинейного полета на виражике попробуем, как он сваливается. Давай, режимчике таком махоньком. Какие у него тенденции там, через крыло или внутрь? Внутрь виража или наружу? Есть подозрение, что из левого виража он будет влево, а из правого тоже влево. Хотя, кажется, наоборот. Ну да, посмотрим. Нет, может и наоборот. Давай, поехали так, чуть-чуть на газочке. Три дыри, а. Давай, большую перегрузкой. Оп, вправо, видишь? Да, вправо, да. И давай попробуем. Это хорошо, кстати, это приятный признак. Да, а здесь получается вовнутрь. То есть левый вираж для нас более безопасный. Ну и закончив с маневрами, на радость себе и публике, собравшейся на аэродроме, несколько проходиков решили сделать. Заодно и посмотреть, как вытягивает двигатель, можно ли что-то изображать на показухах от земли. Но, как и ожидалось, самолет достаточно тяжелый, и мотор здесь стоит 600 сил всего. На авиашоу такие группы, как Airshell, на Oshkosh и на Sun & Fun, они летают в группах. И есть подозрения, очень сильные, честно говоря, не изучали этот вопрос, но что у них именно стоят другая модификация моторов по 860 сил. Это было предметом зависти первый раз, когда я на Oshkosh увидел, как они в группе летают петли от земли, потому когда я летал в группе на самолетах Як-52, у нас все время было сожаление, что мы более двух вертикальных маневров, пожалуй, не можем без потери высоты, ну и те даже два с потерей высоты шли всегда, потому что располагаемая мощность должна быть большая у ведомого, да, чтобы удерживать свое место в строю. Это означает, что ведущий должен удерживать, ну так скажем, если перевести в процентную мощность, то где-то может быть 80-85% мощности от той, которую он имеет, да, чтобы вот этот вот запас был у ведомого, чтобы удерживаться в строю. И есть подозрение, что как раз в тех группах стоят более мощные моторы. Проходы же и заходы показали, что ну более чем проходов на высокой скорости с боевыми разворотами, повторных заходов, наверное, от земли больше ничего не изобразить. То есть какая-то показательная программа, она должна состоять, ну, если из вертикальных маневров, то на высоте хотя бы не ниже 300 метров и потом с последующими снижениями для проходов. Единственное, что самолет крупный, и даже на высоте в 300 метров, может быть, даже 400, он смотрится хорошо, и уж поверьте, он очень громкий. Он для зрителей Земли, он просто непередаваемо интересно громкий. Самолет в посадочной конфигурации обладает высоким сопротивлением и, в принципе, позволяет строить заход по крутой глиссаде. Ну, даже здесь я немножечко перестарался, оказался ближе, чем хотелось бы, но это легко исправилось скольжением. Ну, единственное, что может быть в идеале, как я всегда люблю, к самому началу полосы приземляться, но и учитывая нормативы, мы, в принципе, без большого перелета там приземлились. И, как показывает практика, этому самолету не нужно длинные дистанции для разбега и пробега, то есть самолет вполне себе подходит для аэродромов, которые разбросаны у нас по стране, с длиной полос 500-700 метров, то есть вполне выполнимая задача для этого аэроплана. Вот. Ну а вам спасибо большое, что сегодня полетали с нами на этом чудесном аэроплане. Спасибо и пока, увидимся!